приветствую, друзья! Меня зовут Надя Сербиненко или Надежда Одежда для друзей. И я ведущая рубрики «Топнет». Каждую неделю я рассказываю о самых хайповых новостях белорусского и мирового интернета. Фотки, видео, комменты, дизлайки. Все здесь. Ну что, погнали! Первый месяц зимы уже подошел к середине, но, судя по нашей погоде, мороза и снега ждать нам придется еще долго. Да и вообще, зимой совсем не обязательно мерзнуть. И вот как согревается дочка знаменитой Кайли Дженнер. Маленькой Сторми нет еще и 2 лет, но она уже вполне уверенно катается на сноуборде намного лучше, чем я. К Новому году вовсю готовятся и российские знаменитости. Например, Евгений Плющенко и Яна Рудковская уже украсили елку. Гамма золотая, елка натуральная, и каждый год семья наряжает новогоднюю красавицу по-разному. В этом году тема «Золушки». За этой тыквы будет появляться карета. Где? В Карагоде. Не в Карагоде, а в нашей сказке «Золушка». Особое внимание оформлению интерьеров уделяют также в Южной Корее. В Сеуле работает заведение, где посетители оказываются в нарисованном двухмерном мире. Кафе открылось не так давно, а уже стало популярным у YouTube-блогеров и любителей Instagram. Эти кадры немного взрывают сознание. Ну и напоследок, новое музыкальное рождественское видео от Кэти Перри. В своем клипе она проводит праздники в компании Санта-Клауса. Ведь ему тоже нужен отдых. Санта загорает у бассейна, танцует на вечеринке, в общем, хорошо проводит отпуск. Пусть и волшебники наберутся сил перед новогодним марафоном. Cozy little Christmas here with you. На этом я откланиваюсь. С вами была Надежда Одежда. Подписывайтесь на меня в Инстаграме, отмечайте на ваших фото и видео, и вы сможете попасть в эфир Топнета. Увидимся ровно через неделю. Всем пока!